С 27 сентября текущего года жертвами военной агрессии Армении стали 98 мирных жителей. Азербайджан, по данным Генеральной прокуратуры, 93 человека погибли в результате ракетных обстрелов населенных пунктов. Пять мирных жителей подорвались на мине. Как сообщает Генеральная прокуратура, всего с 27 сентября в результате военной агрессии ВС Армении 414 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.